Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Бравл Старосу. Давненько я его не записывал, ну как давненько, относительно. Уже больше недели, наверное, или сколько длится новый сезон, а я еще вот по нему ни разу как бы видео не делал. Я даже уже был открывал там ящики, этапы некоторые, но вот как-то там оно что-то мне не пошло, ролик не сохранился. Я даже добил 23 тысячи трофеев уже, он мега ящик там висит, ждет своего череда на открытие. Ну, я так подумал, что надо пооткрывать ящики, вдруг что-нибудь нечестное выпадет. А то вот бойцов много, а не у всех все в порядке. С гаджетами, с звездными силами. И вот гаджет на Джина, мстительный дух. Самонаводящиеся ракеты Джина летят во всех видимых противников в радиусе действия, нанося до 1000 единиц урона в зависимости от расстояния. Прикольно. Ну и двойные... А, жетоны. Хорошо, подходит. Так, что там в магазине? По-любому ничего интересного. О, как это неинтересно. Подарочек, синий ящик. Это вот лишние монетки, на дороге не валяются. Ничего здесь больше интересного нет? Походу нет. Так, ладно. В Бравл Пассе, во-первых, появились новые задания. Вот сегодня этим я буду заниматься. Проходить квесты, которые вот текущие. Ничего такого. Я оставлял очки силы, чтобы потом прокачать нашего нового бравлера. О нем сейчас отдельно, да? Получается, сезон называется у нас «Однажды в бою», да? И главный его гость программы — это боец-тяжеловес Эш. Тоже хроматический, естественно. Эш приходит в ярость как из-за мусора, который ему приходится убирать, так и нанося и получая удары. Ярость делает его быстрее и опаснее, но со временем он остывает. То есть, когда его бьют, он злее становится. То есть, не буди лихо, пока оно тихо, да? Так, что еще про него пишут? Испытать? Ого. Я хотел про него почитать. Ну, давайте. Но не ждет о том, что меня бить не будут, поэтому как я буду ярость приходить? Вот так он. Ого, подождите, а какая у него дальность? Ого, я думал, он ближнего боя. Так, а ну-ка. Ну, получается, у него средняя дистанция, грубо говоря, там, как у Шелли, да? А что у него за ульта? Они взрываются. Получается, когда он бьет, видите, он в ярость приходит, получается, и больше урона наносит. То есть, вот 1600 наносит. А если ярость падает, вот, допустим, там, на одну единицу... Он уже наносит урон 1200, а не 1600. А если вообще упадет? Допустим, одна шкала, 800 всего, да? Так, а если вообще нет ярости? Наверное, тоже 800. Да, 800. Так, получается, ярость не приходит, когда, вот, допустим, ульта, видите, зарядилась, а взорвались там все, и вот он колбасит по 1600. Ну, в общем, понятно. Понятно, что такой за боец, довольно-таки прикольная штука. Там тебя бьют, кажется, ты отбиваешься, потом ульта зарядилась, а ее использовал, там противника вокруг просто разбили, да? Эти его взрывные мышки. Ну и скин прикольный, ниндзя Эш, вообще классный. Так, а в начале у нас еще дали нам скин, а я думаю, многие сейчас уже видели, на Шелли. Принцесса Шелли, тоже классная штука. Так, что ж, давайте пооткрываем, а то сегодня больше так поговорить, да? А ящики, вдруг что-то еще выпадет. В принципе, один гаджет выпал, и то хорошо. Но хочется же большего, да? Так, кстати, до Эша я уже не так много мне осталось, так что, я думаю, в ближайшую там неделю. О, кстати, изумрудики. Монетки я уже брал. В ближайшую неделю, я думаю, Эша я получу. И обязательно сделаю по нему летсплей. Так, ну, блин, вообще как-то... Этих жетонов целая куча двойных. О, так, там рядом еще есть чем разжиться. Два мегаящика. Большой вот ящик. Только ничего я с этого не получаю. Ну-ка, позолоти ручку. Не-а.
О, что-то красненькое. Ай-яй-яй-яй-яй, красота, супер. Новый боец, Ворон, убийца с ядом. Легендарный третий боец из пяти. Ворон бросает 3 отравленных кинжала, а его супер стремительный прыжок, в начале и конце которого Ворон разбрасывает по сторонам кинжалы. Класс. Желтенькая, красивенькая. А, вот так, открываешь, 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 ничего не попадается, да? А потом бэмпс, и вот оно. Так, ну в принципе я потом сам уже эти все очки силы позакидываю в Ворона. Хотя нет, наверное, все-таки буду закидывать их, вот когда откроется уже Эш. А потом в них все равно там вся щека насыпется еще. Круто. Так, а что в магазине? Новое. А, очки силы тебе предлагают, я понял. Спасибо, но не нужно. Ну, естественно, скорее всего, квест появится на... Нет, не появился на этого... На Ворона. Так, мне нужно нанести 60 тысяч урона вольтом и победить врагов 9 раз в захвате кристалла. Так. Да, малая ушла ночевать до бабушки. Вот завтра придет со школы. Будет злиться. Она вечно злится, когда мне что-то выпадает в Brawl Stars. Так, какое ограбление? Мне захват кристалла нужен, вот. У нее, кстати, тоже ворон выпал давно, она хвасталась, типа, ну, хоть кто-то у меня есть, кого у тебя нет. Вот теперь уже нет такого. Я уже, кстати, не помню. А, у меня звездной силы на него нет. Меня там уже говорят... Оп, отлично, я даже кого-то прибил. Оп, еще. Ну и хорошо. Да-да-да, я здесь. Там Динамайк, молодец. Не пускает. Оп. Супер. Динамайк хорошо контролит. Ай, больно. Не-не-не-не-не, куда? О, видели? Какое расстояние в него попал. О, еще одного прибил. Здорово. Противники какие-то никакие, а так вообще, в принципе. Сильно просто идет, да? А, попал, да? Ой. Расслабляться не стоит. А, еще нас лечат. Да, конечно, Вольт когда прокачался, его не остановить. Видите? Он бежит. А, у меня что же? Есть гаджет. Кстати, я про него вообще забыл. Конечно, кто звездный игрок? Я звездный игрок. 7 противников наколбасил. Забой. С Динамайком не грех сыграть, он нормально, хорошо играл. Так, ну конечно, вот. Мне с левой стороны как-то вообще не с руки. Блин. Хорошо. Первая прокачка, блин, больно. Вот куда ты полез, скажи? Ну блин, зачем было туда катиться, а? Байрон опять здесь. Я ж пока без дальности, мне тяжело, конечно. Вот так тебе. Не-не-не, меня там уже нет. Так, главное... За Вольта не умирать. Блин, да куда ж ты? Ха! Не-не-не, не попал. Акела промахнулся.
А, у меня ж можно ту использовать. Беги, беги. В общем, как-то совсем все идет, да? Теперь динамайк с ним по разу. Сделаем игроки. Но если сейчас он согласится играть еще, то я сыграю. Нет, не согласился. А вольт там я могу нанести урон теперь где-то в другой локации. Так. Так. В ограблении. Ну, конечно, в ограблении, блин. Вообще не вариант. А что мне нужно ограбление сделать? Подождите, я просмотрел. Выиграть бой, воль там в ограблении. Это будет тяжело. Ай, буду об этом жалеть еще, короче. Ну ладно. Проще было уже тогда сыграть в столкновении, наверное. Могу я выйти? Нет, не могу. Ладно, один раз сольюсь. Давай, майк. Вот там, одни майки. Ай, ну зачем? Шелли подъехала. Короче, нас пронесли. Тузики, грелку. Что ж такое? Блин. Оп, хорошо. Только не умирай, пожалуйста. Ай, нас убили, ну. Конечно, я говорил, что без вариантов, конечно. Будет там здесь играть. Не хватило, блин, один раз стрельнуть. Блин, обидно. Ладно. Что у нас за карта в столкновении? Так, карта, конечно, не совсем тоже... Не совсем тоже для Вольта. Ну, мне фактически нужно просто еще раз в кого-то стрельнуть, и все, да? Спраут, ну, в принципе, если Спраут нормально сыграет. Блин. Спасибо. Ай! А что, я не успел? Я хотел нажать на этот, ну, на ТП. На гаджет, и что-то он поздно долго думал. Ладно, я справлюсь. Блин. Там такой же был, как и я. Ну, конечно, нас, пока мы добирали, добили. Без вариантов. Ну, ладно. Я выполнил этот квест. Даже не добил. Еще этап. Да, по-любому. Нужно еще немного. Там, кстати, 20 изумрудов будет. Так, все, Вольт, спасибо. Было приятно с тобой поиграть. Байрон и Пайпер. В ограблении, в принципе, мне никем из них играть не сильно хочется. Поэтому давайте просто... Пайпер. Что у нее? У нее только есть гаджеты. Давайте. А где здесь играть? Столкновение... А, не-не-не. Без вариантов. Хотя, знаете, хочу в столкновение в этом поиграть. Мне оно нравится. Но лучше тогда. Может, нокауте. Давайте нокаут сыграю. Редко я в него играю. Попробую, Пайпер. Правда, тут лучше без звездных сил не соваться. Так, чисто пройдусь по картам сегодня. О, видели. Блин.
Ай, мимо. Блин. Так что ж такое, я что вообще управление потерял? Капец, ну так вроде было все хорошо. Короче, ну понятно, что хана. Блин, да. Начиналось все хорошо, ну что я... так сделал. Ну понятно, ворон прыгнул и все. Нас тут просто прибили. Все живые у них. Просто сейчас закатят. Да и этот кидается куда-то вообще. Хотя смотрите-ка. А, жесть. Не, смотрите, нормально он еще играет. На удивление. Просто в прошлый раз он как-то вообще так непонятно сыграл. Да и сейчас он кидался не очень хорошо так. Смотрите, как он его контролит. Блин, сейчас ульту зарядит и все, ему ж хана. От ульты. Да подожди, пускай он к тебе подойдет. Ну что ж ты творишь? Зачем? Просто взял и пустую использовал. Ну что он делает? Ну, надо было посмотреть сначала. Давай, ну, да. Вы сами видели. Так хорошо играл, и блин. Да. Печаль, печаль. Я плохо сыграл. Вообще, мне Пайпер тяжело играть. Ей нужен хороший контроль. А мне на эмуляторе тяжело ее контролировать. Есть такие... бравые ребята. Ай, мимо. А, я сам тут. Мы наши там убивали. Блин, я думал, наши убили. Я думал, я не сам. Как-то вообще по-глупому. Сколько слишком себе поверил. Ай. Пэм, да ну отойди, полечись. Ну что ты творишь? На майк добил. Ай, больно. Да что ж такое, промахиваюсь. Да, что ж такое? Короче, все за меня сделали, напарники. Фух, так, ладно. Тяжелая карта для меня. А что мне вообще нужно было убивать противников, да? Ладно. Так, беру изумрудики. О! А, очки силы, а я думал красненькая, думаю, что-то опять появилось еще. Я забыл, что теперь же очки силы будут падать. Ладно, играй дальше, Пайпер. Ну, конечно, на этой карте тяжело ей, потому что везде преграды надо кем-то другим, наверное. Тут то же самое Байроном, в принципе. Ну, Байрон хотя бы потом может ультой там закинуть. Промахнулся. Блин, вот это прилетело четко. Как обидно, я их так хорошо покоцал.
Да добей же ты его. Ну добей, вот, молодец. Да что ж ты творишь? Я встал, постоял. А, у него жизни... Да что он делал, слушайте? Вы не скажете, что он делал, или ту не использовал? Палец вообще деревянные. Ну, ничего, я настойчиво еще пару боев проведу и, в принципе, хватит. Как хорошо Вольта начиналась сюда. А здесь, кстати, Вольт тоже с его гаджетом был бы неплох. Сквик там, блин. Нашего уже выбили. Ну, блин, красавцы. Класс. Молодец. Давай, давай, все. Неожиданно все получилось. Блин. Забей его. А, все уже. Вот это повезло. Видите, я свою сторону контролил нормально. В принципе, я там тик хорошо сыграл. Грех не повторить с ним. И справа теперь, короче, такие игроки как раз хорошие для этого. Вот, блин, обидно. Ай, все, хана. Нет. Прикольно. Да, блин, ну как же так, слушайте, загнали прям вообще то самое. Не дают ничего сделать. Я не стрельну почему-то. Ай-яй-яй. Да давай же, убей. Оп! Хана, справа то. Покушай. О! Блин. Только он бежал, эта голова. Ну как так, скажите? Он же не должен был меня упасть. Блин. Блин, ну пипец, а, ну вообще по-глупому проиграли. Совсем по-глупому, просто нас разорвали с всех сторон. Вот так, один был удачный, второй не очень. Ну ладно, играем еще раз. Все-таки, если заканчивать выпуск, то на мажорной ноте, а не на минорной. Мой противник почти те же самые. Блин. Так, что ж такое? А, я уже не сам.
такое. Блин. А тут он так и бегает, опять. Ну что он там бегал, скажите? Вообще ничего не делал. Стоит ракета, ты видишь, с него? И сразу его убьет. О, я снял наконец-то этого Брока. Блин. Ай, мимо. Фиг, короче, его сейчас добьет. Блин, да что ж такое? Да он же сверху, то что его не видит. Вот так тебе. Сейчас опять там ракета полетит, не? Ракеты закончились у него. Да, наверное, закончились эти большие. Аджит. Ой, плохо, типа взяли и прибили. Ай, я застрял. Блин. Короче, вообще жупа. А этот так и бегает тут. Что он хочет убедиться, я не знаю. Ты вообще. Такое ощущение, что он играть не умеет. Ладно, тут я со своим кривым управлением, блин. Ладно. Все-таки последнее слово будет за мной. Блин. Ой-ой-ой. Да, по-моему, тот же, что со мной играл. Только почему он так не играл за меня? Короче, ворона там прибили. Да. Вообще, ну я тут виноват. Я свой фланг слил. Да не же ты его, ворон. Да что ж я промахиваюсь, а? Отлично. Значит, просто подождать. Фух. Да чудом нам мы выиграли. Оп. Рок, не умирай. Так, у них минус один. Нужно перегруппироваться. Блин! Вот это я по-глупому сыграл. Я думал, он дальше ушел. Капец. Ну как такие глупости? Он сейчас полечится. А-а-а, зря. Убегай. Убегай, блин, ворон. Ока танкует. Ворон, блин, попадает. Жесть. Вот опять он. Нет. А-а-а. Давай. Еще разок. Прыгай. Да прыгай же в него. Да прыгай. А, он все-таки... Я там умер. Да, ну, конечно, Пайпер это не мое, да тем более на этой карте. Так что вот... Как-то так получилось. Ну, они хотят еще играть, я уже не хочу, мне уже пора. Буду прощаться с вами, друзья. Надеюсь, вам понравился очередной выпуск. Не забудьте поддержать это видео своим лайком, комментарием, советом. Ну и оставайтесь с нами. До новых встреч, пока-пока.